Команда НМХЦ имени Пирогова по футболу. Прокомментируйте этот матч с участием вашей команды. Ну, пока нас не хватает опыта, вероятно. Вот, учитывая, что первое выступление наше в подобном турнире. Соответственно, будем набирать обороты, силы, постараемся в будущем выглядеть более уверенно. Вот. А так боролись, отдали все силы. Результат, конечно, закономерный, но думаю, с опытом у нас будут приходить более качественные результаты.